Давайте. Так, у меня 40 билетов. Еще 4 раза я смогу крутануть. И попытать свою удачу. Вау, 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 вау. И знаете, что это значит? Красненькая. Обалдеть. Друзья, всем привет, с вами Бамбуковый Гулька Панда и добро пожаловать ко мне в гости. И мы вместе продолжаем покорять просторы темной войны, токийской мгули. И сегодня, друзья, я хочу потратить все свои скопленные билеты. Смотрите, заходим, друзья, в дроу. Я накопил обычных билетов 99 и 70, которые люксари. То есть нормал билеты 99, люксари 70. Ну, виповских у меня там не так много, пока мисс 6, но зато есть 23 тысячи кристаллов. Друзья, давайте, если мы на этом видосе наберем 171 лайк, тогда, конечно же, я нафармлю здесь до 25 тысяч гемов, и мы их полностью все зальем за одночасье. Ну, а сейчас же, после того, как ты прожмякаешь свой вкусный бамбуковый королевский лайкос, мы начнем тратить все мои билетики. Будем тратить их сразу же пачками по 10 штук. Основная цель, конечно же, это не выбить тут крутых персов. Ну, конечно, если они выпадут, будет хорошо. А это мне заработать очки фейма. То есть вот здесь в галерее можно зарабатывать дополнительные бонусы к нашей команде после того, как мы собираем персонажи. Ну, грубо говоря, нужно как можно больше открыть персонажи именно с третьей звезды. У меня их пока не так много. Вот смотрите, сколько есть тут. Вот третья. Вот у меня Хинами нужно собрать. Также еще здесь вот этого дядьку, здесь Толку, понятно, и так далее, и так далее, и так далее. Здесь кого-то я пособирал, кого-то еще нет. Поэтому я хочу полностью сбагрить сейчас для вас в видосе все эти билетики и посмотрим, сможем ли что-нибудь мы получить в фейме. Ну что, рыба-карась, игра началась, полетели! Тратим для начала обычные билетики, сразу же по 10 пачек. Погнали, раз, берем. Так, и нам выпадает стремительно, не знаю что. Так, это все шлак, шлак, шлак. А нет, кстати, что-то падает нормально. Так, и все по единичке. Обалдеть, все по единичке, да? 10 билетов так быстро разлетелось. Ладно, берем еще сразу же пачечку. Смотрим, что у нас летит. Полетели, полетели, полетели. Все так же по единичке, все так же по единичке. Ладно, окей, давайте берем опять. И я, наверное, давайте уже даже буду скипать. Скипаем. Смотрим. О, а я таки решима. Отлично, 10. Вот, я тоже испугался, все будет по единичке падать. Но, правда, таки зава у меня уже есть. Но, ладно, давайте. 10 штучек упало, это уже хорошо. Видите, сразу 10 составляющих частей от пазла. Ладно, берем дальше. Но, смотрим, что нам падает. Таки зава опять, Акира Мада. Вот, уже здесь парочку R все-таки повыпадало, это хорошо. Идем дальше. Также уже скипаем. Ну, давайте еще хотя бы, пожалуйста, кто-нибудь. О, две Акира Мада. Но все равно мало, все по единичке. Но это самые простые, самые дешманские билеты. Их довольно-таки много, поэтому я их довольно-таки быстро накопил целых 100 штук. Так, идем, идем, идем. Катара. Кстати, вот ОМОН мне нужен. ОМОН падает, это очень хорошо. ОМОН очень тащит. Ну, точнее, не то, что он тащит. Он очень нужен мне для именно нашего фейма. Ладно, не будем останавливаться. Давайте быстренько опять. Давайте ОМОНа, пожалуйста, ОМОНа. Есть, отлично. Парочку ОМОНов мы выбили. Так, я могу еще... 3 раза практически. Там единички, конечно, не хватит, но я потом их вручную поубиваю. Я хочу спустить полностью все билеты. Так, так, так. Вот, ОМОН. Есть, ОМОН тоже хорошо. Так, и еще один раз по десятке, и потом 9 мы будем вручную скипать уже их, да? Так, нишики. Но нишики, по-моему, мне тоже не нужен. Но их было сразу. Обалдеть, смотрите, здесь наверху 3 нишики и внизу 2 нишики. Еще один из них, получается, в 10-кратном размере упал. О, я, по-моему, за денежку открыл. Зачем я открыл за денежку? Ну да ладно. Лишнее не будет, все равно. Тем более деньги есть. Опять-таки завод. Да что ж такое-то, а? Так, ладно. Все, мы взяли. За 90 тысяч там зря я даже взял. У меня вот еще оставалось 9 билетов. Давайте я их вот так вот сейчас быстренько проскипаю. Раз. Два. Билеты. Я хочу, чтобы полностью у меня осталось 0 билетов.
Так. И последний. Берем последний билет. Все. Теперь уже пошли за денежку. Все, за денежку нам не столь важно. Все 99 билетов я благополучно слил. Давайте теперь посмотрим, что-нибудь Фэйми у нас организовалось, либо нет. Так, кто мне нужен? Смотрите. Понятно. Джейсон. Так, это нишики уже на четвертую. Так, знаете, как мы проще сейчас зайдем? Я сейчас зайду в героев и просто всех их пролистаю. Вот отсюда вот начиная. Я уже не буду просто смотреть. Нам надо вот сюда вот, стар. То есть, видите, нужно заполнить, соответственно, определенное количество фрагментов. Здесь 100. Здесь тоже 100. Здесь уже 200 надо, потому что уже на 4 звездочки у нас апнуто. Просто надо вот так вот в бок листать и смотреть, когда появится у нас здесь вот такой вот бордовый шестигранник. Полетели. Вот, смотрите, я могу Хинами Фьюигучи апнуть на 3-ю звезду. Отлично. Давайте, конечно же, берем. Не зря же мы открывали, да, столько персонажей. Все, ее апнули до 3-й звездочки, полетели дальше. Так, а следующий у нас Банджо, тоже давайте апаем его, конечно же. 3-я звезда, окей. О, круто, и Elder Bean, смотрите, мы тоже дособирали, конечно же, берем. Все, тоже 3 звезды, отлично, мы неплохо прокачались. И на этом у нас все. Смотрите, заходим теперь в Fame, видите, уже доступны. Доступно, у нас получается 1, 2. Две команды, то есть мы Такизаву заполнили и Банджо. КП плюс 144, атака плюс 12 и деф по 16. Ладно, не столь чуть важно. Берем, конечно же, и активируем сразу же вторую нашу тройку. Все, так, мне тут осталось. Видите, мне еще надо Амона, надо Джейсона. Ну, так, Току здесь, понятно. Здесь уже в основном по 4 звездочки. Вот здесь еще тоже, да, Амон нужен. Ладно. Давайте, конечно же, сейчас возьмем и сольем оставшиеся уже люксари билеты. 70 штук, то есть 7 раз я смогу их взять. То есть, смотрите, здесь у нас вот что могло падать. В основном R персонажу, N, R и просто N. Так, а здесь у нас падает уже, есть шанс, то что выпадет S, S ранг. S ранг, ну и R просто, N, R и N. Ладно. Не будем томить, полетели сливать 70 билетиков. Рыба, карась, игра продолжайся. Так, ну здесь, надеюсь, может быть хотя бы части СС персонажа выпадут, да? СС ранка. Так, Чуха Чикава. Идем дальше. 30 штук их сразу же выпало. О, опять, ну у нас уже есть, да? Хинами, СР. Ну ладненько. Вау, нифига себе, Аята. 30 штук сразу. Акира Мада. 10 штук. Хм, весьма неплохо, да? Вообще, я бы сказал, даже очень хорошо. Ладно, полетели дальше. Смотрим, чего пойдет. Ну, пожалуйста, хоть бы что-нибудь СС ранга. Давайте. Я скрестил пальчики. Так, Амон. Так, Канеки. 10. Нормуль. Джейсон, отлично. 30 сразу же. 30 составляющих. Вау, СР, еще. Кая Блэк Дог. У меня такой нету, отлично. Ну, так себе. Но хотя 30 Емори уже хорошо. Я уже, кстати, там тоже смогу открыть стопудово. Идем дальше, окей. Смотрим, что со следующей пачки у нас падает. Ну, давайте, пожалуйста. Пускай выпадет куча бамбука. О, Кори Уи. У меня такого вообще не было, по-моему, да? Нет, чуть-чуть, по-моему, было. Так, Амон, Дуджима, 30 штук, хорошо. Ништяк. Давайте, так, у меня 40 билетов, еще 4 раза я смогу крутануть. И попытать свою удачу. Вау. И знаете, что это значит? Красненькая, обалдеть. СС ранг персонаж. Ха-ха. Выпал сразу же 80. Ну, к сожалению, он у меня тоже есть. А, лучше бы что-нибудь, кроме Джейсона. Но зато я смогу его более-менее уже прокачать. А, капец. С одной стороны, конечно же, хорошо. Я сейчас смогу его, наверное, апнуть, да? Но он у меня стоит уже, знаете где, друзья? Вот здесь, во втором эшелоне. Да, блин, сюда зашел маленько. Вот он. Вот у меня уже есть. Емори. Half Kakuja плюс 4. И теперь я смогу, смотрите, вот здесь его
Нет, нет, нет. О, нет, даже не смогу. Мне на пятую звезду еще 60 требуется. Это я их 80 выбил. Это значит, у меня их 60 уже было. Обалдеть. Жуть. Конечно, лучше бы кто-нибудь другой выпал. Эх, грусть, печаль и огорчение. Ну ладно, что поделаешь. Так, я могу еще 3 раза, да, крутануть? Давайте, крутанем 3 раза. Не знаю, сомневаюсь, что... О, вау, и только хотел сказать, что сомневаюсь, что мне кто-то выпадет СС ранга. Ну-ка! Кто, кто, кто? Ну-ка, давайте, давайте, давайте. Кто, кто, кто будет? Обалдешечки! А я-то... Полностью Аята Киришима выпал. У меня его не было. Смотрите. В маске. Обалдеть. Неужели я смогу его сейчас поставить? Ну-ка, подождите, друзья. Где он? Смотрите, красавчик. Обалдеть. СС ранг. И у меня он впервые. Я его, если честно, ни разу еще не видел. Так, в 2D как он смотрится. Вау, братюня. Мы тебя потом, конечно же, проапаем. Обязательно мы все здесь тебе вкачаем. И я возьму тебя в команду. Наверное, даже отдельный видос запишу. У меня, кстати, вот еще есть толстый дядька Кураива Арата. Он тоже первого уровня. Нужно будет его качнуть. Да, я считаю, неплохо мы, друзья, крутанули. Мне уже нравится. Но у меня есть еще 2 ролла. Давайте 2 ролла мы сейчас крутанем и посмотрим. Раз. Берем. Так, сразу же скипаем, ничего здесь особо хорошего не будет, я уже вижу. Так, 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 окей, окей, окей. Толка, кстати, тоже в маске, она мне нужна. Короче, я сейчас очень хорошо фейм, видимо, проапаю, да? Так, и еще разок идем. Так, у меня 10 билетов, последние 10 билетов. Давай красненьким, нет, к сожалению, желтеньким светится. Так, ладненько, все, берем, 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 смотрим. Но я сейчас смогу несколько проапать стопудово. Как минимум, мне кажется, 2 я уже смогу проапать. А может быть, даже и 3. Давайте, заходим в героев. И сейчас я опять буду смотреть, где у нас есть стар. То есть, кого мы сможем проапать по звездочкам. Полетели. Так, вот. Амон Дуджима, как я говорил. Давайте его берем. Ого, нифига себе. Вот это я набивал, так набивал. 136 из 50, да? Так, все, на 3-ю звезду готов. Ну, к сожалению, на 4-ю маленечко не хватает, еще буквально 14. Ладно, идем дальше. И следующий у нас Садюга Джейсон Емори. Тоже 55 из 50. На 3-ю звезду давайте его проапываем. Он нам для фейма очень пригодится. Все, окей. И следующий у нас Джуза Армор. Давай, красавчик, Джуза. Все, 3 звезды в кармане. И мы идем дальше, полетели. И на очереди у нас Шинахара, армор. Тоже берем апы, 3 звезды получаем и довольные, как 100 китайцев. И следующий на очереди у нас Кая Ирими. Так, 3-я звезда, все, тоже все пучком, в коллекцию упало. И где-то у нас еще Толка должна быть, да? Да, Толка Рабит, кролик. Так, 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 2 звезды. Опять получаем 3-ю звездочку. Фух, вроде бы все, да? Либо кто-то еще у нас был. Давайте сейчас я быстренько пролистаю. А, нет, смотрите, у нас еще есть рейнджи. Так, 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 рейнджи. Тоже его апаем. И на этом уже точно должно быть все. Да, все, пошли по второму кругу. Ништяк, я проапал. Стопудово фейм. Да, смотрите, заходим в фейм. Берем, активируем на 3 звезды первую команду. Раз. Поднимаем, поднимаем, поднимаем все. И поднимаем 2. Да, 2 раза я всего лишь апнул. Так, ну 3 звездочек. А, у меня вот этого Амона еще нету. Ой, здесь еще куча. Еще вот этой толки нету. Так, прикольно, ладно. Короче, надо будет еще, конечно же, повыбивать. Вот этот Амон мне нужен. А сколько у меня этого Амона? Который именно у нас... С этим, с переговорным устройством. Этот-то у меня Амон без переговорного устройства. Видите, 3 звезды, а вот этого... А, у этого тоже 3? Не понял. Так, а кто у нас там был? Что-то я, что ли, пропустил? Тоже 4? Нет, смотрите, здесь требуется тройная звезда. А у меня и так же тройная. Либо это не он, значит. Либо какой-то, значит, не он. Так, ну-ка, давайте глянем. Где-то, может быть, я его пропустил. А, вот, смотрите.
точно. С курой, понятно, с лопатой. Да, у меня такого вообще нету. Кстати, он мне даже и не падал. У меня их 0, да, составляющих. Нет, 25 из 30. А, обалдеть, еще бы пятешку бы упала бы. Но даже если бы пятешка упала, все равно, то он был бы он двухзвездочный. Потом до трехзвездочного пришлось бы 50 копить. Ладно, друзья, это я, конечно же, все возьму. И потом проапаю. Максимально здесь еще пособираю и повыполняю именно вот эти вот феймы. Смотрите, теперь я еще могу фейм ачивмент взять. Обалдеть, берем, конечно же, конфирм. Все, 50 у нас уже есть. Team Damage 0,3% и Damage Resist 0,3%. Немного, конечно, но, как говорится, чем богаты, тем и рады. Все, друзья, давайте на этом я буду завершать. Короче, соберем, как я сказал, 171 лайк, и я буду сливать 25, а может даже 30 тысяч кристаллов на фармлю, и сольем, ну, больше 20 тысяч кристаллов мы точно заролим, и попробуем повыбивать кого-нибудь уже здесь. Тут уже у нас более серьезные есть дядьки. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр, присоединяйтесь ко мне, здесь у меня есть своя организация типа клана. Будем вместе играть, будем вместе проходить триалсы и так далее. Организация называется просто Капанда, так же как и мой ник Капанда, как везде. Ну что, друзья, желаю всем отличного фарма и понаслаждаться геймплеем в этой замечательной игре. Ну и я желаю вам всем, конечно же, хорошего настроения и двойной удачи от Капандыча. Увидимся в следующем видосе.